Минздрав готовит проект приказа, который определит новый порядок оказания медицинской помощи. В частности, с медиков планируют полностью снять временные ограничения по прибытию на место вызова. В настоящее время неотложка обязана быть у обратившегося в течение 20 минут. Эксперты опасаются, что если приказ будет подписан, то скорая помощь перестанет быть скорой. К тому же, помимо временных показателей, новый документ может исключить и систематическую дезинфекцию санитарных машин, сообщают сегодня